Всем привет, дорогие зрители! Как вам видно всю Аланию? Нашел в этом комплексе еще одну трехкомнатную квартиру, которая смотрит напрямую на море и на вот эту красоту. Я сейчас нахожусь на террасе проекта. Здесь вроде ремонтируют верхний этаж, здесь будет джакузи. Вот такой вид на пляж Махамбара. У нас здесь открытая парковка снизу. Там проход, дорога в сторону башни часов Махамбара. Вот ресторан, пляж. Так. Вот такая красота. А также можно подниматься сюда, сидеть здесь, отдыхать. Есть вся инфраструктура, крытый бассейн, сауна, турецкий хамам, крытый бассейн. Так, и открытый бассейн между этими двумя блоками. Вот. Открытый бассейн с горками, беседочка, детская игровая площадка, зона барбекю. И под этим зданием у нас вот спа-центр, который сдан в аренду. Так, вот такая красота здесь. Этой террасы можно подниматься сюда. Это 12 этаж, также есть зона барбекю, здесь у нас гриль. Теперь я спущусь на 10 этаж и покажу вам конфетку квартиру 2+1. Тут вот такие два лифта, вместимость 6 человек, оба работают. На этаже 4 квартиры. Входим в эту квартиру, о которой я говорил вам. Так, здесь прихожая, умная система управления, как-то включается, вот видите, умный дом. Так, начну я с правой стороны. Вот, система умный дом, спальня. Кажется, разноцветное освещение. Так, вид покажу. Шумоизоляция хорошая. Вот видите, какой шум. Алюминиевый термопакет окна. Здесь вот такой балкон, выход из двух спален. Так. Кондиционер фирмы Vestel. Вот такой санузел. Еще один санузел. Значит, здесь это прихожая, так тоже покажу. И спальня дополнительная. 105 квадратных метров жилая площадь. Также выход на балкон. Кстати, здесь электрический роль ставни. Закроем. И наша гостиная комната с видом на море. Ох, как красиво тут. Кондиционер Vestel 18000 БТУ. Бытовая техника Siemens,
индукционная плита, вытяжка, микроволновка. Гранитная у нас раковина. И вот такая гостиная просторная. Зеркала. Телевизор фирмы БК. Звуковая система фирмы Sony. Акустика все. Горит. Продается с мебелью и бытовой техникой. Выйдем мы на просторный застекленный балкон. Квартира, да, на первой береговой линии. И там у нас кладовка, посмотрим. Открыта ли она? Ну да, мини-кладовка, можно ставить ненужные вещи. Также внешние блоки кондиционера установлены вот в кладовке. Ох, дорогие зрители, подведем итог, озвучу цену. Дорогие зрители, сразу скажу цену. 238 тысяч евро. Первое береговое линия, умный дом, мебель вся дорогая. Если вам понравилась эта квартира, звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Line. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.